Всем привет из Лондона. Сегодня хочу вам показать, какие... Мы вчера съездили за ними, кстати. Вот мы их заказали. Заказали достаточно давно, там такая долгая история. Но сначала я покажу, потом расскажу. Покажу вам наши шарики на елку, какие мы вот купили. Это такие особенные шарики, не такие, которые там в магазине продаются в упаковке. Сейчас покажу. Так, мне не очень удобно, одной рукой придется показывать, но... Сейчас. Так, вот они стоят у меня на подставке. То есть один вот такой вот. Вот белый шарик. Я вам поближе покажу. Точнее, ну вот сниму с подставки. И такой же розовый. Розовый с золотым и белый с серебряным. О, как интересно, да, Виктория? Виктория, как интересно. Так, сейчас сниму. Так вот он снимается. Так вот его можно повесить на елку тогда. Вот, вот такой вот. Шарик, так не знаю, не видно, не вижу, видно, нет. Там имя, и внутри там такой вот маленький ребеночек в заячьем костюмчике. Вот, вот такой вот малюсенький, красивосенький. Так, внутри там бумага и перья. Вот, вот так вот это выглядит. И так, шарик сейчас отложу. И подставка. Вот такая вот подставка. Вся вон в звездочках, облеплена в звездочках и бантичек сверху. Это все ручной работы, но, понятное дело, что подставка не ручной работы, там шарик, это все. А то, что внутри, вот это вылеплено, я так понимаю, из глины, женщина это делает. Я увидела, кстати, у меня подруга заказала одна, и она выставила, я сразу спросила, я говорю, ой, а где ты, говорю, такое взяла? Потому что что-то мне тоже, как вороне, сразу захотелось. Думаю, ну как же у нее не будет на елке своего шарика, своего именного шарика. И вот такой вот он беленький у нас один. Вот, как я сказала, беленький с серебристым. Я не знаю, мне отсюда так абсолютно не видно, видно ли и внутри. Но мне кажется, наверное, да. Так вот, если я подержу. Наверное, будет понятно. Вот тут такой вот, не знаю, камушек. В общем, она спрашивает, какого цвета хотите. Там разных цветов она делает. И женщины. Вот, и розовый. Розовый я выбрала с золотым. Вот, вот такой вот шарик. И вот с таким вот маленьким ребеночком-зайчиком внутри. Тоже очень красивый. Решила оставить два, мы заказали еще два, точно таких же, еще один белый, еще один розовый, это для родителей. Вот, к подставке у меня такое двоякое ощущение, двоякое отношение, мне эти звездочки так себе не очень, то есть мне кажется, всего как-то сильно много, как-то сильно так... Вау-вау-вау, и вот при дневном свете у меня все равно такое же, что как-то много. Я вот все время думаю, снять эти звездочки или нет, чтобы оставить эту подставку просто. Потому что елки у нас нет в этом году. Мы хотели в какой-то момент поставить, а потом решили, а на Рождество мы к одним родителям, на Новый год к другим, то есть зачем нам эта елка? А она все равно еще толком не понимает, есть она эта елка или нету, ей как бы все равно. Ей главное, что мама, папа есть, вот и все. Так, история про эти шарики. Мы их заказали, их отправили по почте. Отправили, во-первых, первым классом под подпись. Ждали мы этот первый класс неделю, хотя должны были прийти на следующий рабочий день. Но, как я и говорила, с начала месяца вообще ничего не приходит. Почта очень-очень опаздывает, все приходит очень поздно. В общем, а когда мы их получили? Один разбитый, один белый разбитый, два розовых, полностью такие кривые во всем, но я ей написала, и она сказала, что она их заменит. Вот вчера мы поехали и забрали их сами, то есть уже доставки не доверились. Так что вот такие вот у нас шарики. Я хотела, сначала думала, оставлю один, а потом решила, оставлю два, потому что вдруг один год мы там решим розовым украсить, другой год белым, а если нет, один будет на елке, один будет так стоять где-то. И вот опять вернусь к этой подставке с этими звездочками. В общем, при дневном свете я все время, как бы у меня под вопросом, мне кажется, как-то, ну так, не очень, не очень, такой какой-то детской аппликацией попахивает. А вечером, когда вот это огоньки, рядом с огоньками поставишь, оно все переливается, и вроде как очень даже красиво, очень вроде как даже по-праздничному, по-рождественскому.
И поэтому вот так и стоит на подставке, я все не решаюсь снять эти звездочки. Наверное, так и останутся в этом году со звездочками. А там посмотрим, как оно будет. Вот, в общем, на этом все. Мы, кстати, вот хотели пойти гулять, у нас дождь пошел. И вот сейчас дождь закончился, и солнышко светит, так что я буду пользоваться моментом, и мы побежали на прогулку. До скорых встреч, пока-пока!